Как построить каркасный дом из сэндвич-панелей Спир? Как построить дом быстро и без больших финансовых потерь? Как совместить простоту возведения каркасного и энергоэффективность кирпичного строения? Ответом на эти вопросы может стать сэндвич-панели с сердечником из теплоизоляции PIR, разработанные архитекторами компании Prime House. Мы получили готовую панель с готовым каркасом, достаточно быстросборную, которая по своим энергоэффективным характеристикам отвечает всем нашим требованиям, которая по характеристикам пожарной безопасности обеспечивает нам те параметры, которые были затребованы заказчиком, ну и, соответственно, по жесткости. То, что вы видите, собственно, вот этой конструкции 3 недели от роду. То есть три недели назад здесь была простая монолитная железобетонная плита. Сам по себе каркас дома, ну, то есть силовая конструкция, коробка, в итоге выходит процентов где-то на 40 дешевле аналогичных коробок, построенных по традиционной технологии. Ну, то есть это дешевле на 30%, чем кирпич-бетон. При всем при том, что материалы все достаточно дорогие, и PIR дороже традиционных утеплителей, и сам подход к формированию панели подразумевает дополнительные затраты. Для того, чтобы узнать, в чем особенность сэндвич-панели Спир, перенесемся на одну из производственных площадок в Калужской области. Отличительной чертой материала является сердечник из утеплителя на основе жесткого пенополиуретана Logic PIR от Технониколь. Благодаря Logic PIR трехслойные сэндвич-панели обладают более низким коэффициентом теплопроводности по сравнению с аналогами. Небольшой вес панелей позволяет значительно упростить их монтаж и транспортировку. Помимо этого, плиты PIR обеспечивают повышенный уровень огнестойкости всей конструкции. По обе стороны сердечника располагаются специальные облицовочные панели. Внешний слой из негорючего материала усиливает огнестойкость всей конструкции. Внутренний слой из OSB-3 служит в качестве жесткого каркаса и защищает сердечник от повреждения. Итак, давайте посмотрим, как же происходит сам процесс производства сэндвич-панели с теплоизоляцией Logic PIR. Со склада PIR-плиты поступают на первичную подготовку. Для соединения панели в единую конструкцию используется специальный состав. А само склеивание происходит под давлением пресса. Готовые сэндвич-панели попадают на поперечную резку для придания размера в соответствии с проектом заказчика. Там же каждой плите присваивают номер для того, чтобы на объекте дома собирали как готовый конструктор. Каждая партия готовой продукции в обязательном порядке проходит строгий выходной контроль качества. Готовые наборы сэндвич-панелей хранятся на производстве и оттуда же попадают к счастливому покупателю. Например, эта партия отправляется в Московскую область, где находится наш объект. Все необходимые материалы уже доставлены, и мы приступаем к строительству комплекса. Как и любому основательному сооружению, нашему зданию нужен надежный фундамент. В данном случае выбрана утепленная железобетонная плита. Роль несущих стоек в каркасе постройки выполняет ЛВЛ-брус в основе каркаса. Несущая конструкция позволяет не только распределить нагрузки на элементы каркаса, но и надежно закрепить PIR-панели. Особенности такого конструктива позволяют максимально облегчить слой изоляции. Известно, что чем легче теплоизоляционный материал, тем ниже его теплопроводность. В данном случае, например, способность теплоизоляции PIR-панели толщиной в 200 мм будет в 3 раза превышать требуемое нормативное значение. Приступаем к монтажу сэндвич-панелей. Все панели уже пронумерованы и разложены на местах их монтажа. PIR-плиты имеют специальные выступы, образующие пазы, а стойки каркаса в данном случае играют роль шипа. Благодаря этому панели надежно встают на свое место. Таким образом, строители собирают здание как готовый конструктор, легко и быстро. PIR по итогу оказался действительно самым оптимальным и лучшим материалом для быстрого заводимого настроения. Нас действительно все устраивает.